будете у нас на Колыме, будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы там. Счастливо. Как не знаю кто. В Магадане постирал одежду прачечной. И вот сейчас похож, как не знаю на кого. Главное, пыль-то такого же цвета, как одежда. Все лучше мазай. Так, сейчас стекло лобовое помою снаружи. Поедем. Thank you.
сожалению, перевал заснять на боковую камеру не получится, я так думаю, потому что туман. Это интересно, сейчас за бортом на улице -3, а вот холода не чувствуется, непонятно почему. Да и в салоне автомобиля тоже не холодно. Странно какое-то. Хотя окна замерзли. Внутри лед. Так, посмотрим, какой запас хода у меня. Оказывает 20 литров. Подъеду пока к заправке. Время раннее. Этот еще может отдыхать заправщик. 20 литров можно залить. Почти полбака. Даже больше полбака пустые. Следующая заправка через 330 километров, как мне сказали. Теперь пару слов о этой стоянке. Без страха можете, без волнения останавливаться тут на привал. Спокойно. Но пищу берите ту, принимайте ту, которую взяли с собой в дорогу. Я вчера чисто из эксперимента взял, ну, в надежде, как вот уснели. Покушал, манты великолепные просто, но замечательные. Вот. Тут взял 2 пирожка и стакан чая. 250 рублей. Пирожки с яйцом, с яйцом. Я не знаю, что там было внутри, но я съел на всякий случай. Не выбрасывать же. Вроде бы живой, но в общем рекомендую. Останавливаться можно вполне спокойно, тихо, доброжелательно, но пищу берите ту, которую взяли с собой. Принимайте ту, которую взяли с собой. Место называется кафе Куба. Еще по-другому я слышал, дальнобойщики называют Куб. Связи никакой.
Единственное, в кафе есть Wi-Fi, но он ловит только в пределах помещения кафе. Берете кушать, Wi-Fi есть. Вышли на улицу, Wi-Fi нет. Разумно. Ладно, поехали. Время 23 часа, 19 минут. Не знаю сколько, рассчитать не могу. Честно говоря, я запутался с этими часовыми поясами. Связи никакой. Вот Усть-Неры до вот настоящего места связи на трассе нет. Имею в виду, у меня два оператора. Мегафон и Теле2.
заправка, блин. Солнце, интересно, всходит такая точка красная. Я правильно выезжаю, нет? Или тут выезда нет? Выезда нет. Ладно. Развернемся тогда. Как же тебя, блин, посмотреть-то, ё-моё? Туман рассеется, пока к перевалу подъедем. Вон солнце уже опять в тумане. Только что была яркая красная точка. Так что мне сказали вчера, до ближайшей заправки, по-моему, 330 километров. Вот так вот. Такая информация об этой точке. Бензин. Значит, он сказал, только наличными. Терминал не работает, интернета нет. Про кафе, про стоянку.
толпы, которая на дороге была, водитель улетел вверх. Эвакуатор привез его сюда. Ну, дальше Яковский его потащил. Еще раз сказал, что водитель жив. А причиной послужило то, что, со слов водителя, его обогнал джип, поднял пыль, и пыли он не увидел, как святой увидел в пыль. Топливо
начинает темнеть. Но уже зная по опыту, что на трассе нигде больше остановиться будет нельзя, нет места, просто решил заночевать вот здесь, на точке Куба. Был
радио профессор дальнобойщиков очень быстро распространяется. Очень быстро. И меня стали периодически спрашивать. Журналист, я так и сказал, что в каком-то роде не журналист, потому что снимаю видео и намерен разместить его в открытом доступе в интернете. Страшно, когда гололёд,
разговаривал с парнем. Вот он на автозаправщике работает. Вчера. Я просто был сильно удивлен, что ему лет 35, наверное. Ну, может быть, чуть поменьше, может быть, 30-35. Он говорит, что дальше то есть Неры не ездил. То есть он даже до Магадана не доезжал. Вот на участке, ну, может быть, 1500 километров. Возит топливо. Магадана ни разу не доезжал. Всего несколько раз, говорит, доезжал до Якутска, и все. Я уж не стал ему говорить про асфальт, что бывает асфальт. Конечно, он об этом знает, он уже много об этом говорит, но я не представляю, честно говоря,
тяжелая доставка товаров. Этим со всей вероятностью и объясняются цены. Пачка сигарет, которая стоит, например, в Успении, стоит 17 рублей, здесь стоит 250.
награде уже. Ехали.
там где-то тот домик, у домика помещение на сваях стояло, я остановился на ночь.